Ты что? Что ты там делаешь? Гуч. Нашла помидорки? Угу, и съела. Съела? Может, это, картошки накопаем? А? Чё? Пап, может, она фиолетовая накопаем, соспела. Да сварим. Пап, она фиолетовая соспела. Не соспела еще. В казане или на чём? Да не поспела. Слышь, а? В казане или на чём? В казане. Вот, смотри. Ну, накопай. Да нет еще она зеленая. Слышь, накопайте это, да, сейчас. Казан поставлю. Накопайте. Не лазь. Растет арбузик. Сладкий, наверное, будет. Ой, лилии, это отдельная красота. Как я их люблю. Эти красивые, какие огромные, просто огромные. Эти еще больше. Какая красота. Ой, какая красота. Куда пошел? Ну-ка, выходи оттуда. Гучи? Гучи? Иди сюда. Иди, мой сладкий. Иди, мой хороший. Лази, уже опять помидорку оторвала. Ну вот как, не знаю. Она же мне нужна. Я же без нее как бы живу. Черные помидоры. Ни разу не ела. Лаванда. Горная лаванда. Яблочки. Вот эти вкусные, кстати. Такие зелено-розовые. Но запах и вкус отдельно, и вкус. Дождь все повалял, не заканчивается этот дождь. Кукуруза. Ой. Малина поздняя. Сейчас в конце августа, в начале сентября ее будет море. Ты в казане хочешь? Нет. Пап. Картошечку будем варить, жарить. А? Я говорю, будем картошку жарить или варить? Не знаю, что она хочет. Заяц, ты так за мной бегаешь? Гучик. А? Да Гучик так за мной ходит. Хорошо на даче, да? Ой, поспит сейчас.
спать? Ты пить хочешь? Малыш, ты пить хочешь? Пойдем пить? Пойдем? Пойдем, ням-нямочку дам. Пойдем, и хорошую нямочку будет. Пойдем? Пойдем. Пойдем домой. Не хочет еще.